Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Ребята, если вдруг YouTube закроют, пользуйтесь VPN-сервисом, так как видео на YouTube я все равно буду выпускать. Либо же ищите меня на Рутубе и Яндекс.Дзене. И в этом видео комментарий дня от Кактус ТВ, который вы видите сейчас на экране. Итак, ребяточки, сегодня я для вас подготовила открытие 500 новеньких яиц. И посмотрим, выпадет ли мне из них что-нибудь крутое. И может быть самый тот большой хьюч пэт. Ну-ка, ребятки, еще один трейд он мне кидает, давайте посмотрим. Он предлагает такого вот пиксельного демона на 59 триллионов, слушайте, они, я думаю, что топовые питомцы, особенно если их в, это, как она называется, в Dark Materie прокачать. Спасибо тебе еще раз большое. Это как раз таки те новые питомцы, которые я сегодня буду выбивать. Ребятки, еще раз подписчик написал, что последний подарок. Давайте примем, посмотрим, что он на этот раз хочет предложить. И он мне дает 800 миллионов, получается, этих гемчиков. Спасибочки себе большое. Итак, ребяточки, ну что, я полетела открывать яйца. Телепортируемся на вот эту локацию Pixel Forest, там, где вот открываются яйца. Тыкаем сюда и летим на эту новую локацию. Я как раз таки, ребятки, нафармила для того, чтобы открыть денежек на 500 яиц. Ну что, погнали? Я буду открывать вот эти самые крутые. Пьем удачу на полчаса и погнали. Кстати, ребятки, делайте ставки. Выпадет ли этот большой хьюч пэт? В конце, ребятки, мы посчитаем примерный шанс выпадения наших питомчиков. Итак, ребяточки, я открыла 198 яиц, и посмотрите, что выпало. Целых 8 этих драконов мифических. Ну, эти волки, понятно, их тоже достаточно много. Вот прям посмотрите, сколько много. Ну и слаймики, понятное дело. Кстати, по-моему, слаймиков выпало меньше, чем... Да, гораздо меньше, чем волков. Ну, я их в статистику внесу в конце, так очищу инвентарь и продолжу открытие. Внезапный привет! И это внезапный привет, в котором я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Локс, Аим, Фан, Ника Шоу, Анастасия, Нам, Мемный Лунтик и Коста Гугл. Ловите привет! Ну что, ребятки, поехали открывать, продолжать открывать яйца. Надеюсь, выбить Хьюга Кота. Па-бам! Хьюч, приди! И видео нам разнеси, хьюч пэт, приди, и выпади мне, я с рифмой не дружу, но при этом хьюч кота я зову. Итак, ребяточки, подводим итоги. Этих слаймики, самые стандартные питомцы, которые написано, что выпадает у нас шанса, по идее, 96%. Давайте подвяжем. Да, 96% оказывается, это 38% и 37%. Выпал так он у меня. Эти волчата, у которых закрыт процент. Они выпадают с шансом 56%. Удивительно, да? Они выпадают чаще, чем слаймы. И этот дракошек выпал с шансом 5,26%. То есть, в принципе, показатели неплохие. И, к сожалению, хьюч кота не выпало. Ну, конечно, я там его приманивала различными способами. Говорила прийти, разорвать видос. Но, к сожалению, он нам не выпал. Но не повезло в этот раз, повезло, повезло. Да, повезет в следующий, думаю, надеюсь.
Думаю, надеюсь. Я умею разговаривать. Я есть говорить по-русски хорошо. Ну что, ребяточки, вот такое видео у нас получилось. Желаю, чтобы вам всем выпали мифики и этих ючкоты, да побольше. Ну а на этом, к сожалению, видео подошло к концу. А я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!